Хоккейной лиги, прямо не скрывая, называют экспериментальным. Очень много новшеств, это и драфт отказов, это и форма игроков. Вот видите, игроки хабаровской команды преимущественно в синей форме. Так сейчас... Две минуты всего-навсего с небольшим потребовалось хабаровчанам для того, чтобы сравнять счет в этой встрече. Давайте посмотрим повтор. Вот именно Сарматин отдает передачу. Бросок в дальний угол. И Масальскис тут уже ничего не сумел поделать. Уронил щитки на лед и пропустил эту шайбу. Сарматин стал автором голевой передачи.